экстраординарный Интер против Наполи. 3-0 благодаря голам Чалханоглу, Бареллы и Тюрама. Демонстрация силы, великолепные голы и первое место в таблице с отличной игрой во всех турнирах. Зоммер открыл вечер невероятных действий серии отличных сейвов. Игра была оживленной, обе команды были вовлечены в игру и находили моменты. Интер становился все опаснее по мере того, как шли минуты, и открыл счет на 44-й минуте благодаря завораживающему удару Чалханоглу из-за пределов штрафной. Интер хорошо начал второй тайм благодаря Зоммера за его усилия не допустить Кварацхелию к воротам. Барелло удвоил преимущество на 61-й минуте исключительным ударом в штрафную, расшатав оборону соперника и сделав счет 2-0. Наполи начал сдаваться, оставляя пробелы, которые Интер без колебаний заполнял. Вышедший на замену Куадрадо отдал результативную передачу на гол Тюрама, и на последних минутах счет стал 3-0. Низовой навес справа, и Маркус попал точно в цель. Победа Интера, который возвращается на первое место в турнирной таблице. И в конце пару слов об игре Мхитаряна. Если Барелла и Чалханоглу облачаются в смокинге, кому-то придется надеть мундир и заняться тяжелым физическим трудом. Армянин способен выполнять эту работу с достоинством и мастерством. Тихий благодетель. Он проводит очередной матч, где выступает в роли не слишком явного, однако весьма существенного с точки зрения техники и тактики помощника для команды. Вопреки тому, что ему противостоит Ангиса, вызывающий восхищение своей физической мощью, он умело оперирует техникой и скоростью, проникая в зоны, обозначенные синим цветом. На этом все. Не забудьте поставить лайк и подпишитесь на канал. Всем добра и громких побед! So where is all the positivity? I feel like we all just hate on everything, it's killing me. Thoughts build quick, causing different possibilities. Negative thoughts will cause different disabilities. So do better, work hard under...